Я влюбился. Так это же отлично. Прекрасно. Это мой родной дядя, Михаил Алексеевич Крылатов. Он известный ученый, а еще большой оригинал. Давно хотела с тобой поговорить насчет Ивана. Это моя мама, она очень переживает из-за моих проблем в школе. У него опять проблемы с одноклассниками. Особенно, когда в школе поджидает ужасный кабан. Это мой папа, он руководит крупной фирмой. Мои родители догадываются, что я влюблен в Вику. И парочка Викиных телохранителей. Как дела? Это Вика, она никогда не обращает на меня внимания. Нормально. Так я в очередной раз обожался перед ней. Задрот. Крылатов! Мой сосед по парте хулиган, по кличке Кабан. Я тут вспомню кое-что. Что я давно жду твоих. Наша классная руководительница Любовь Иванова Кукабрыси. Правда, у нее клевая фамилия? К родителей в школу. Вика поет, а я пытаюсь произвести на нее впечатление. Дядя Миша изобрел на нас сканер. Сейчас он нажмет кнопку прибора, которая полностью изменит мою жизнь. Я так понимаю, зарплата вас устраивает? Это Егор. Он работает в фирме отца. Егор ищет секретаршу, которая будет выполнять все его распоряжения. Что вы мне собираетесь предложить за эти деньги? Буду работать в офисе и время от времени делать вам приятно. Ха-ха, время от времени. Угу. Следующее. Владельца фирмы, которого ты хочешь разорить, зовут Николай Алексеевич Крылатов. Через пару секунд он узнает, что его зам хочет отнять у него фирму. Окей, я согласен. Заснули, спят. Дядя Миша пришел к нам в гости, подсыпав снотворное в чай родителям, и сейчас он поменяет нас с папой телами. Сейчас я его просканирую, а ночью вы поменяетесь мозгами. Дорогой, у меня командировка, через 3 дня буду дома. Давайте, не скучайте без меня. Угу. Зачем ты надел толстовку Ивана? Ты что, в этом пойдешь руководить фирмой? Наступило утро, и я превратился в папу, но по привычке надел не то, что следовало. Блин, хорошо, я надену папин пиджак. Папин пиджак? Что происходит? У меня такое ощущение, что сегодня утром что-то случилось. Кстати, и что у тебя с голосом? Мы были на грани провала. Тело, привычки поменялись, а вот голоса нет. Так, судя по визитке, мы двигаемся в правильном направлении. Я и дядя Миша пришли немного поруководить папиной фирмой. Здравствуйте, Николай Алексеевич. Это Лова, которая хочет вместе с Егором отнять у папы фирму. Но тогда мы это еще не знали. Здрасте. Здравствуйте. День добрый. Она ничего. Скажите тоже. Она же старая. Чего? Да вы посмотрите на нее. Ей около 30. Это кто? Это Кабан. Тебе что, память освежить? За мной не заржавеет. В молодости папа занимался боксом. Я знал, что он быстро найдет общий язык с кабаном. Я никогда не решался подойти к Вике и поговорить, а папа сделал это на первой же перемене. Давно не виделись. Как поживаешь? А вы, кстати, не нервничайте, а то у вас давление подскочит. А вот с Кукабрысиком у папы не сложились отношения. Ты мне даешь советы?
Крылатов, я сегодня же хочу видеть твоих родителей. А? А? Все пропало? Действительно, сложная тогда была ситуация, но бодрость духа мы не потеряли.